пределе тебе понадобится добрая лошадь, и у нас они есть. Есть одна под седлом. Готова к дороге. Сколько заплатишь? Тогда не морочь мне голову. Пусть дорога твоя будет без ухабов. Хочешь обученного боевого пса? Самый свирепый спутник, которого можно купить. Моя семья этим занимается уже много лет. Без собаки в пределе не обойтись. Плохо быть одному, когда вдруг нападают изгои. Я сам обучил целый помет щенков для ярла. Кстати, нужно отправить в крепость еду для собак. Говядина с пряностями. Они ее обожают. Да-да. Хорошо. Бери. Если нужно, он пойдет с тобой в Обливион и обратно.